Всем привет! Это канал ICGUST, и я продолжаю проходить просто до помрачения атмосферный хоррор. И, блин, мне пока кажется, что не менее страшный, чем Outlast, игру под названием Soma. Ну, хотя, наверное, я погорячился по сравнению с Outlast, так как Outlast, реально страшный был. Что ж, ну а здесь монстры, роботы, такое, мутировавшие какие-то создания. И вот я сижу в этой комнатушке, заперся, потому что этот монстр уже приходил сюда. Он тут ходил возле окон, и я его внимательно рассмотрел. Как странно, что он меня не видел. Скорее всего, он ориентируется на звук, а может быть и видит что-то. Хотя странно, что он меня через окна не увидел. Ребят, зрелище, конечно, не из приятных. Блин, а он рядом. А вот и он. О, смотрите, какой милаха. А? Ходит здесь. Блин, я знаете, что понял? Он далеко не отходит. Он знает, что я здесь. Скорее всего. И хочет меня отсюда достать. Понимает, что долго я здесь сидеть не буду. Как-то он, на удивление, очень быстро ушел. Закрыться нахрен, блин. Так, что здесь у нас? О, блин. Не знаю, что это, но мне это не нравится. Встретимся внизу в шаттле. Замечательная способность к уменьшению. Изначально создан для восстановления ускоренный рост попытки симбиоза. Поедание геля Акерс. О боже. Как это отвратительно. Так, здесь я ничего не вижу. Ничего такого, чтобы могло мне помочь. Эту дверь, пожалуй, закроем, и эту тоже. Все-таки, ребят, двери тут помогают. По крайней мере, против этих гаденышей уж точно. Terry Akers, chief factor at Delta, first assessment. Brought in today, January 16th, 2104. Reportedly found in his diving suit, unconscious, in open water. Akers has clearly been consuming large amounts of structure gel for weeks, probably. Что, блин, мать твою, здесь, рядом? Он что, дверь открыл? Ух ты, бля. Нет, 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 пожалуйста. Да не высовывайся ты, сиди. Блин, а двери его-то не останавливают. Это какой-то пиздец, а? У
Учитывать следы. Стоп, 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 не надо этих звуков. Блин, ребят, мне капец как стрёмно, я не хочу туда выходить. Он где-то рядом ходит. Ух ты, блядь. Тихо, 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 тихо. Он же двери открывать умеет. Я пиздец как этого не учел. Ой, блин. Так, и что здесь у нас? Акерс, 16.01.2104 год. Терри Акерс, возраст 66, пол мужской. Один из самых сложных случаев на моей памяти. И скорее всего он сам это сделал с собой. Ослепил себя и залил структурный гель внутрь. Я буду удивлена, если он когда-нибудь очнется от комы. Я поневоле вспомнила нелепую историю Харт о том, что произошло на Лямбде. Неужели Нью как-то научилась менять и перестраивать ПП? Харт, 20.12.2103. Ванесса Харт, возраст 28 лет, пол женский. Харт находится в хорошей форме, учитывая обстоятельства. Небольшие синяки, легкое переохлаждение после долгого путешествия. Подтвердить ее рассказ трудно, так как вернулась только она одна. Чун. Кэтрин Чун, возраст 37, пол женский. Чун, как обычно, ведет себя тихо и старается не смотреть в глаза. Она бы не пришла сама сюда сама, но Стромейер требует новую оценку ее психики. Чун вовсе не своевольна и не пытается что-то скрыть. Просто по возможности предпочитает не вступать в разговор. Ей трудно сходиться с людьми вообще, в том числе и с врачами. У Кэтрин Чун слабый характер. Она идеальная жертва, над которой могут доминировать и которой могут управлять другие. Она как испуганная мышка. Я не хочу ее расстраивать, так что мы с ней просто сидим и молчим до конца сеанса. Гай Конрад, возраст 41, полумужской. Конрад мертв. Он вскипятил свой головной мозг с помощью Видаберем Мазера после того, как прошел нейтросканирование для ковчега. Явно еще один уверовавший в непрерывность, который решил наложить на себя руки, чтобы скорее попасть на ковчег. Свистец какой-то. Так, а где этот говнюк? Ребят, я, пожалуй, лучше на корточках похожу. Лучше уже на корточках. Чтобы взять такое потяжелее, и чем бы можно было разбить... Может, этим? Быстрее, быстрее, быстрее! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Он идет сюда. Как же он хорошо-то на звук реагирует, а? Вот говнюк. А он сюда не попадет, нет? Там дверь заперта. А вон и он. Ой, блин. Лучше посидеть, пока он не уйдет. А это что, наш охранник, которого мы допрашивали? Здорово!
Что, не найдешь меня, да? Да иди ты в жопу. Блин, да, это он. Забрать чип. Да, Брэндон Ван. Все, чип я забрал. Держал чип при себе. Какой же молодец. Приберег он его для меня. Они его таки достали. Так, братюнь. Харе, а? Харе меня тут преследовать. Так, что ж. Теперь, я так полагаю, нужно туда, в комнату. Там, где был гребаный... Ой-ой-ой. Я предлагаю проваливать. Валить. Блин, давай. Запирай дверь. Ух ты ж, блин. Ой-ой-ой. Блин, какой капец, какая жесть. Ну, давай кресло, иди. Так, обнаружен, так, чип, да, хорошо. Так, управление кодами, обновить. Хорошо. Так. Почему закрыто? Система неисправна. Автоматическое срабатывание замков. Оставшиеся ресурсы 0. Так, погодите, а где я тут? Где я нахожусь? Открыто. Открыто. Ага. Так, погодите. Где я нахожусь? Я не могу понять. Я был вот тут. По идее, я где-то здесь. Блин, стой. Значит, мне надо было открыть... А, погодите, я здесь был. И что мне толку с этого? Так. Я еще не все комнаты обследовал. Мать твою. Нет, ты меня не видишь. Пожалуйста, убирайся отсюда. Какой же он страшный. Ты ж, блин. Твою мать, гаденыш реагирует на все. Я, блин, даже поклацать не могу. Ты ё. Что же делать? Эта комната нам не нужна. Тут открыто, да? Я здесь не был. Или был? Я не помню. Сюда я заходил. Эта комната мне не нужна уже. Я не был здесь.
Блин, я не помню. Так, ладно. Твою мать, почему тут так темно? Может быть, это и к лучшему, он меня не увидит. Как здесь темно. Ребят, я даже фонарик не хочу включать. А что здесь? Пойдем далее. Куда-нибудь отсюда вас свалить бы. Блин, здесь не пройти. Ну какая лажа, а? Тварь, он меня слышит. Блин. Он сзади, друзья, он сзади. Уходит наконец. Давай, 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 проваливай отсюда, пожалуйста. Ух ты ж, блин. Это такой звездец. Так. Блин, я так понимаю, тут только на карачках. Он очень хорошо слышит меня. Блин, я задолбаюсь так на карачках ходить. Да вы что, издеваетесь? Здесь тоже не пройти. А это дверь. Эй, меня кто-нибудь выпустит отсюда, ну пожалуйста. Это просто полный ад. Ребят, он рядом. Где же он находится? Блин, он там. Вот, блин. Слушай, чувачок, а, отвали от меня, пожалуйста, а? Он еще и двери научился открывать. Это полный... Что чувствует, я не понимаю. Слушай, дверь за собой закрой, ублюдок. О, это что было только что? Что меня ударило? Это мне что сейчас, двери даже... Закрывать нельзя. Sarah, how the hell are we gonna make sure the Ark makes it? Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers looked better.
What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data. Так, блин, а что в этой комнате такого интересного? Зачем я сюда зашел? Я ж сюда. Выживший сильнейших. Выживание сильнейших. Что он творит, я не понимаю. Слушай, чувак, отвали от меня, а? Нет, 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 ну пожалуйста. Меня здесь нет. Ты ж в темноте ничего не видишь. Ух ты ж, блин. Как ты меня заколебал, а? Да проваливай отсюда уже. Да что меня бьет? Черт тебя подери, отвали ты от меня, блин. Опять он сюда идет. Как он меня заколебал. Ушел? Нет. Блять, он здесь где-то лазит. Как же это меня достало? Я уже просто устал сидеть на месте. Так, подождите. Sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pulled the connector chip from the lock. Fine. That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just had to be the hero, you bastard. Good luck, sir. Tell Alice I love her. Да. Вот он здесь и застрял. А теперь и мне звездец. Или нет? Он что, слепой? Ребят, он слеп. Он, мать его, слепой, походу. Он, походу, нифига не видит.
Он только на звук реагирует. Блин, я этим могу воспользоваться. Ладненько, хорошо. Это очень хороший знак. И это мое преимущество. Так, хорошо, хорошо. Системная ошибка. Ой, блин. Нужно исследовать все, все, что можно. Я ж, блин, оказывается, не везде был. Так, ну здесь я был. Так, братюнь, поспокойней, поспокойней. Ты смотри, за мной следит. Но здесь ты меня не увидишь, правильно? Сюда ж ты не пойдешь? Не пойдешь. Блин, что мне делать? В этой комнате я был. Ой, здесь я нифига такого не нашел, ничего. Ничегошеньки. Так, погодите-ка, может быть здесь что-то? Чувак, давай без фанатизма, а? Не трогай меня, пожалуйста. Так, там я был. А какие двери закрыты? Что мне нужно открыть? Я тоже был. Так, давай, чувак, проваливай нафиг отсюда. Уходи. Как он меня напрягает. Так, давайте пойдем в комнату туда и глянем еще разок. Может, что-то я не учел. Что там дальше?
Просто развалины, понятно. Ладно, хорошо. Хотя хорошего я в этом ничего не вижу. Так. Откроем тогда эту комнату, да? Хорошо. И тогда... Если я открою эту комнату, заберу чип. Забрал чип, сохранилось. Ладненько. Так, чувачок, все, хватит. Я тебя не боюсь. Да, давай, проваливай, проваливай. Теперь я знаю, как тебя избегать. Просто не делать много шума. Так, прошел мимо него, отлично. Просто проваливаем. Просто проваливаем на карачках. Помните, друзья, я еще говорил в начале игры, блин, что походу мне придется на карачках лазить. Так оно и есть. Вот, блин, оно. Управление Омегой. Ага. Окей. Хорошо. А что здесь у нас? Может быть, что-то можно подключить? Так, чувачок. Отвянь. Как он меня запарил, а? Что ты, на экран решил посмотреть? Блять, открыл ему дверь на свою голову. В этой комнатушке нифига нет. Может быть, другой какой-нибудь? Принтер просто с ума сошел. Ладно. А что здесь надо сделать? Как его все включить? Да бегай себе спокойно, бегай. Меня все равно тебе не достать. Окей. А что если его закрыть здесь? Падла. Запарил он двери открывать. Так, ладненько. Что же я могу придумать? Слушай, отвянь, а? Запарил ты меня уже.
Фух, блин, а что делать? Я все еще понять не могу. Так, братюнь. Давай без всяких приколов. There's something not hooked up right. Чего? Guess I didn't fix it properly. What's missing? В смысле? Да пошел ты. Ой-ой-ой. Братюнь, меня здесь нет. Не-не-не-не-не, тихонько. Успокойся. Ух ты, блин, как он близко подошел. Дальше отойди ко мне. Все. Уйди нахрен, ублюдок. Ух ты ж, блин. Это мы были на лаборатории, да? Теперь мы техплощадка. Это капец. Это просто капец какой-то. Что? Что за херня происходит? Ух ты ж, блин. Ой, мне это не нравится. О, нет! А! Блин. Чувак, может вставай давай, блядь. Какая жесть. Ой-ё. Это капец какой-то. Так. Ох, блин. Тут от меня хоть не будет преследовать, я надеюсь. Так. Твою мать. Серьезно? Нет, нет, чувак, чувак, не. Ай, блядь. Нифига себе! Вы серьезно? Это что за херня была? Это что было? Don't move. It's okay. Что? It's over now.
Relax. Что? Ashley? What are you doing here? Hanging out, like couples do. We're not... You don't want me? Yes, of course, but... What happened? We fell in love. Чего? Что такое? Что это? Это просто жесть какая-то. Нет, меня тоже туда кокон. Давай, чувак, вылазь. Ну же. Ой, бля. Ух ты ж, блин. Он же ж подонок. В кокон меня тоже засадил. Так, нужно отсюда выбираться, блин, и поскорей. Не дай бог сейчас опять такая же херня произойдет. Нет, теперь я дверь закрою. Пошел он жопенцию, этот мудак. Опять ты. Да прекращай, блин. Слушай, отвали ты от меня. Блин, я нифига не вижу. Здесь у нас error, одни ошибки. Ух, блин, капец какой-то. Блин, тут мне никак не пролезть. Так, он здесь, да? Хорошо. Да, блин, ничего в этом хорошего нету. А где я, собственно? Что-то... Ой-ё. Жесть какая. А наверх я... Блин, ну конечно же я наверх подняться не могу. И вниз спуститься вообще ничего не могу. Блин, ну на фонарики реагирует, нет? Или ему по барабану? Ух ты ж, блин, капец какой... Нет, 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 чувак. Так, давай ты меня не видишь, окей? Меня здесь нет. Просто свали отсюда. Да ладно, хватит, прекращай. Это ж, блин, вот этот тупой кокон. Пиздец мне. Подонок, а. Сволочь такая. Как он меня уже запарил, а?
Блин, опять он рядом. Какой, блин, не хочу отсюда вылазить никуда. Как он меня достал? Я могу двигаться дальше. Свалить отсюда, вас свалить куда подальше. Так. Хорошо. Так, это типа он меня здесь... Вообще не должен ожидать, что я здесь нахожусь, да? Ладно. Хорошо. А что здесь? Чё-то я нифига не понимаю. Ага, он там. Ладно. Блин, я все равно буду на карачках ходить. Блин, чтоб он меня не нашел. Это просто капец. Ой, как он меня достал, этот гаденыш, а? Стоп, я открывал ту дверь? Он и здесь. Да слушай, ты меня от меня отвалишь, а? Пожалуйста. Просто оставь меня в покое. По идее, близко подходить нельзя, да? Тут обход есть? Да хрен тебе, а не подход. Вернее, не обход. Нет, 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 нет! Бля, ну как он меня достал? Говнюк. Опять ты здесь. Слушай, ну будь нормальным, а? Дай мне выйти отсюда. Он, походу, не хочет вообще покидать это место. Правильно, давай, давай, выходи оттуда.
Так, хорошо. Проваливай. Не надо рычать. Это капец. Что дальше? Так, уходи, 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 уходи. Все правильно делаешь. Все правильно ты делаешь. Просто проваливай. А я пойду дальше. Так, отпусти меня. Давай, 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 давай. Так, хорошо. Куда теперь? Зачем я сюда пошел? Так. Ну чё ты там стала? Звездец, он меня и тут нашел. Просто... Ну, давай, давай уже. Он от меня отстанет, нет? Просто я Тригениус, блядь, он меня находит. Подонок, да что ж тебе такого сделать, а? Да ладно, ты меня видишь, что ли, блин? Чувствуешь? Может быть, слышишь? Говнюк такой. Стоп, а я его не видел, вот эту вот вентиляцию. Куда она ведет? Интересно. Так, свалить надо, быстро свалить отсюда. Так, ну, по всей видимости, друзья, я тут еще не был. Или был, просто оно уже все таким однообразным кажется. Я не понимаю, это что, единственное место там, где я могу от них скрыться? Так, стоп. Я здесь не был. Интересно. Что ж, хорошо. Ладненько. Закрыть дверь, блин, быстро! Пошел ты! Хрен тебе, мудила, понял? Я отсюда не вылезу. Пока ты там близко. А что, его двери останавливают, что ли?
Тут замок. Давай, давай, вали, иди сюда. Говно, блин. Ненавижу. Ну, я здесь, давай. Иди сюда. Стал он там. Его что, действительно... Ага, окей. Давай, давай, давай. Иди сюда. Говно. Иди сюда, мудила. Что ты там стал? Да вот он я. Подонок-а. Угу. Шо, шо, шо такое? Нет, 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 ты меня не достанешь. Что такое? Не, не получилось, да? Обидка. Не добрался до меня. Вот так вот. Говно. Ладно, друзья. По всей видимости, я здесь и закончу, блин, в этой вентиляции. Этот выпуск. Фух. Как говорится, чем дальше в лес, тем страшнее монстры. Но здесь дело даже не в монстрах. Они просто пройти не дают. Все больше и больше напрягают. Ладненько, друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Буду этому очень рад. И оставляйте свои комментарии, пожелания. Критика тоже приветствуется, конечно же. Ну а с вами был Эсигиос. До следующих встреч. Всем пока.